6 вместительных УАЗиков, и все буквально забиты подарками. Сладости, книги, теплые вещи, бытовая техника, лекарства, ну и, конечно, игрушки. Участникам клуба «УАЗ-патриот» предстояла сложная задача – довести подарки до самых отдаленных уголков нашей области. Мы повезем подарки туда, куда они в силу плохих дорог, ну еще чего-то, не доезжают. Это в сельские районы, в сельские глубинки. Сегодня у нас маршрут идет в Корсунский район, в Майнский район и в Вишкаемские районы. Именно туда, где новогоднее чудо ждали больше всего, и отправились автолюбители. Акция «Караван добра» прошла при поддержке благотворительного фонда «Дари добро» и издательского дома «Ульяновская правда». Подарки собирали всем миром. На призыв патриотовцев откликнулись социальные службы, школьники и просто неравнодушные ульяновцы. Перед поездкой участников «Каравана добра» напутствовал Сергей Морозов, который, к слову, тоже пришел не с пустыми руками. Лыжи от губернатора отправились прямиком в пансионат для пожилых людей в поселок Языково. Заезжаем в рабочий поселок, берем с собой представителя администрации и уже по деревням, до которых тяжело доехать. Подобные акции уже давно доказали. Добрых людей в нашем регионе очень много. А значит, и «Караван добра» будет работать не только в Новый год. Уже этой весной организаторы планируют вновь отправиться в путешествие по области, чтобы подарить людям подарки и внимание. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».